У нас есть институт фундаментальной медицины, в структуре университета есть большая клиника, своя больница, практически на 900 койко мест. В Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета состоялся визит чрезвычайного и полномочного посла государства Ливии в Российской Федерации. Россия одна из 7 стран. В прошлом году мы ее добавили. По лечению, ливийцы лечатся в 7 странах, одна из них – это Россия. Да, по программе государственная. Далее состоялась встреча с руководством КФУ. В ходе нее делегаты узнали о возможностях Казанского федерального университета в каждом из приоритетных направлений, ознакомились с филиалами КФУ в разных странах. Также делегация ознакомилась с проектами «Альма-Матер». Мы готовы принимать, по заранее согласовывать, есть специальные визовые там вопросы и так далее. Здесь никаких проблем. В части обучения тоже, вы видите, инфраструктура хорошая, то есть на короткие программы, длинные программы. Как отметил Тимирхан Алишев, подобные встречи стоит проводить чаще, так как они улучшают дипломатические отношения между странами и дают возможность создавать новые перспективные проекты университета. Тагмина Мадатова, Фарид Захидаглы, Универньюз.